В Красноярске стало на одно общественное пространство больше. Расположилось оно на левобережье на территории музея-усадьбы Юдина. Накануне в честь открытия сквера устроили настоящий праздник с десятком различных площадок, с играми и угощениями. Руководство музея-усадьбы пообещало красноярцам в ближайшее время много интересных событий. Так, например, уже стартовал фестиваль фильмов, снятых в крае. Как я уже сказала, будут музейные лектории. Мы будем учиться рисовать по вторникам, будут уроки скетчинга. Выходные дни, программы музейные для семейной аудитории. Будут проходить квизы и квесты. Квесты как по музею, так и по территории усадьбы. Поэтому следите за нашими новостями ВКонтакте, в Фейсбуке. Мы постараемся всю самую интересную информацию выкладывать. И приходите в гости.